Считать долги и расходы первым начал губернатор. Виктор Томенко обрисовал масштаб коммунального хозяйства региона, почти по 2000 котельных и водокачек, 1000 километров тепло- и водосетей, и подытожил. Получили 600 миллионов убытков и вышли наши предприятия, так если по совокупности смотреть, с 63% уровня износа всего оборудования, всего комплекса. А еще миллионы долгов ресурсовикам. Так, начальник управления по ЖКХ краевого Минстроя Андрей Голубцов лично обвинил главу муниципалитета в зале в странном ведении хозяйств. Пояснил, районы получают от края субсидии для оплаты долгов по углю и газу, а муниципалитетам остается заплатить за электричество. Если у нас по погашению задолженности за газ и уголь хоть какие-то есть результаты, какие-то перспективы, мы видим, как это все происходит. К сожалению, по задолженности по электроэнергии, значит, некоторые муниципальные образования, такие как Шипуновский район, нарастили дебиторскую задолженность за год на 22%, Алтайский район 46%, Кальмарский район 19%. А между тем, бесперебойное электричество должно быть у районов к 1 августа для опрессовки. Не будет ее, сорвется начало отопительного сезона. Или его середина, как в случае со Змеиногорском. В начале года там произошло несколько аварий с отключением тепла. 200 миллионов рублей реконструкция была проведена в Змеиногорске. Все порывы, которые были осенью при запуске, это были порывы на старых сетях. Но мы считаем, что вот то, что было сделано, да, может быть, чуточку поздно, но это было сделано правильно, и это хороший пример для всех остальных муниципалитетов в части способа реконструкции сетей, где у нас вместе с повышением надежности улучшается еще экономическая эффективность работы комплекса. К новому отопительному сезону край выделит 500 миллионов для обновления тепло- и водопроводных сетей. На эти деньги планируют построить 16 котельных в районах региона, а еще пробурить 70 скважин. Но, по словам Андрея Голубцова, одно дело пробурить, а другое – подключить к системе. И по его данным, 14 районов края этого так и не сделали. Анастасия Драган, Николай Шилков, «День с толком».